Башкирская история вдохновила оружейных дел мастеров на создание уникальной коллекции ножей. Яркая серия представлена в продаже только в одном магазине Уфы. Биржевая лавка, расположенная в историческом центре города на улице Октябрьской революции, выступила инициатором создания тематических сувениров. Изготовленные из высококачественной дамасской стали, ножи расписаны в традициях башкирской культуры. На лезвии надпись «Башкорт», изображение крылатого коня Толпара, а на рукояти – голова волка. Коллекция представляет собой единство качества и красоты. Любой из этих ножей станет достойным подарком для ценителя. Обществу пора избавляться от суеверий по поводу дарения режущих предметов, советуют консультанты лавки. Традиция преподносить ножи берет начало в глубокой древности. Такой подарок считался поистине царским, и его удостаивались только уважаемые люди. Помимо этой оригинальной серии, в магазине представлено множество других интересных сувениров. От бытовых предметов и посуды до подарочных книг и часов. Есть изделия как тиражированные, так и эксклюзивные. Здесь без труда можно подобрать оригинальный подарок, который будет радовать своего владельца долгие годы.